Бро, хочешь, давай я тебе расскажу, как написать ебанутый хит за какие-то считанные минуты. Ну, побежали. Да, тебе нужно взять самый качающий сэмпл или любую драмку, или любую мелодию, которую ты найдешь, которая у меня в моем случае звучит так. Уже нехило качает, это пиздец, это всего лишь сэмпл. И ставишь под это что-то ёбнутое по вокалу. Пишешь какой-то самый тупой текст в мире, потому что именно это сегодня воспринимается лучше человеческим ухом. Пишешь вокальную партию, которая будет звучать бомбически нахуй. И вот что у меня получилось.